Строительство общежития для студентов Казыбаев Юниверсити приступили в июне этого года. Сейчас рабочие заливают фундамент и готовятся возводить стены. 11-этажный объект будет состоять из двух блоков. Каждый рассчитан на 600 мест. Большую часть строительных материалов производит подрядная компания ТО «Основание». Это первый объект такого формата в нашем городе. Материалы мы используем, это часть производим сами, то есть основание производит железобетон, это железобетонные сваи, а основную часть везем с Астаны, заказчик, производителя Астана. Кирпич планируем везти тоже алматинский с Астаны. На стройплощадке задействовано около 10 единиц техники и 20 специалистов. Один из них – Максим Пфайфер. Молодой человек в прошлом году окончил Петропавловский строительно-экономический колледж. За время практики трудился на нескольких строительных площадках данного товарищества. По его словам, заработная плата в среднем 150-200 тысяч тенге в месяц. Просто с детства было интересно заниматься этим всем. Что-то конструировать, собирать, строить. И просто тянет к этому. Душа лежит. Ну и, в принципе, у меня получается хорошо. Даже хвалят. Работу мы выполняем здесь различные. Это и забивка свай, и обрубка свай головок. Объект стоимостью 5 миллиардов тенге компания-подрядчик планирует сдать до конца 2023 года. На сегодня в областном центре строят еще одно общежитие для студентов колледжа сферы услуг на 244 места. Анна Куликова, МТРК.